achieved with CryEngine 3. Меня зовут Карл Раш. И открытие этих файлов — мое последнее действие на посту главы Харгрив Раш Биокемикал. Слушайте внимательно. Вы должны знать правду. Инопланетяне, называемые цефами, находятся здесь миллионы лет. Мы обнаружили их во время Тунгусского инцидента и собрали их технологии. С этими знаниями мы и основали компанию. Мы создали команду «Раптор» и послали ее на Лингшан, чтобы протестировать боевой экзоскелет нанокостюм. Лидер команды «Пророк» знал больше других, но и он не знал всего. Нанокостюм создан из инопланетных материалов. Мы не знали, что он призовет спящих цефов. Это была первая война с пришельцами. Только два раптора выжило. Псих и Пророк. Пророк очень сильно изменился в результате. Навсегда заражен цефами. Все же мы победили. Но они не были побеждены. Они адаптировались к окружению и атаковали снова. Пророк сражался с ними в Нью-Йорке, развив свой нанокостюм до потрясающей силы. Но инопланетное заражение сделало его еще ближе к цефам. И он заменил свою зараженную плоть и обратил их оружие против них, уничтожив их силой. Но его предали. Сэл обратилась против Пророка без моего ведома. Они присвоили победу в Нью-Йорке и сейчас захватывают власть в Вашингтоне. Цефы побеждены, но их технологии по-прежнему смертельно опасны. Сэл злоупотребляет технологиями, чтобы подмять под себя экономику. Я прошу об одном. Найдите Пророка. Он опасен. Он уже не человек. Но он может остановить Сэл. Вы должны найти Пророка и молитесь, чтобы он спас нас в последний раз. Три года назад пришельцы цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация Сэл сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. Сэл застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня Пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Сэл — не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной, во что я верю, что
что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать? Это Охотник 3. Внимание! Возвестите передвижение повстанцев по 33-й западной санитарной. Что, возможно, ничего особенного, но не расслабляйтесь. Этот парень, который у вас... Он... Прием. Понял вас, Охотник 3. Все под контролем. Никто сегодня на ту лодку не попадет. Прием. Не помнишь своих? Псих. Где твой нанокостюм? Сэл, сняли его с меня. Сняли с нас всех. Ты последний. Теперь все зависит от этого костюма. Вот и моя поддержка. Дейн, мы выходим. Не высовывайся. Двигайся. Дейн, бандит, отвлекающий маневр. Пророк, идем. Командир Ромео, Ромео-1, начинаю выжигание. Прием. Понял, Ромео-1. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Альфа-Цеф? Нет. Помнишь ребят, нашпиговавших тебя, Кей-Вольт, в Сибири? Которые держали тебя в стазисе, бог знает сколько лет.
которые срезали нано-костюм с моего тела, которые собирались сделать это и с тобой. Сэл, вот это они. А, забудь. Это Некс. ИИ, отвечающий за безопасность ЦЕЛ. Глушитель. Выходим прямо из главной двери. Единственный наш шанс — эффект неожиданности. Никто не ждет такого безумия. Сделаем это тихо. У них ОБР наготове. Они вызвали всех в выходной ради этого парня. Ты хоть знаешь, кто это? Маскировка. Слышите? Включена. Маскировка отключена. Проверяю! Внимание! Уровень угрозы оранжевый. Производится выгрузка костюма. Держите его последнюю позицию. Проверьте везде, он может маскироваться. Маскировка отключена. Альфа, собирайтесь! Разведайте его последнюю позицию. Идите и найдите его! Внимание! Возможны отключение энергии в связи с повреждением сети питания из-за шторма. Ромео-1, иду к цели. Прием! Это было неаккуратно. Возможно, тебе нужно это.
Да, превращает тебя в невидимую, неслышную машину для убийства. Серьезная штука. Тебе нравится? Нет. Это потому, что ты еще главного не слышал. Угольные лазеры прикрепили этот лук к твоему костюму. Он достаточно мощный, чтобы остановить носорога. Сменные головки доставят порцию взрывчатки в любую цель. И что лучше всего, он не срывает маскировку. Ну как тебе? Посмотрим. Хорошо, теперь выдвигаемся. Пойдем. Ромео-1, проникли в Фокстрот-4. Горючка готова, прием. Отлично. Это что такое? Я выгляну. Прикройте. Альфа, шевелитесь. Он не мог уйти далеко. Достанем его. Прикройте! Прикройте меня! Но разве это не по делу? Двигаем. Вас понял. Ромео-1, Ромео-2, поджигание завершено, прием. Нужно спешить. Идем. Куда мы идем? Это эпицентр СЭЛ. У них тут тысячи две спецназов. А ЦЭФ? Оставь это, приятель. Инопланетянам конец. Пора бы это уже осознать. О, вы, должно быть, шутите. Давай, псих, пойдем. Покажи мне свое лицо. Ты вырезал меня из гребаного костюма, теперь покажи мне лицо. Псих, идем. Я найду тебя. Я найду тебя, твою мать! Когда они выдирают тебя из костюма, ты находишься в сознании. Многие из ребят умерли в муках, сердце не выдерживало шока.
Пей. Давай. Идем. Окей, я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога всех. Беглецы пересекают периметр. Уничтожить со всей тщательностью. Сам. Отвали! Не нужен мне гидрокостюм. Вперед. Встретимся внизу, окей? Вас понял. Выдвигаемся. Псих, двигаюсь в следующую зону. Псих? Да. Понял. Он прорвался через охрану третьего уровня. Не расслабляйся! А что такое? Нам нужно больше стрелки. Я проверю, нам ничего нет. Если он прорвется, то доберется до купола. Это ничем не отличается от бостонского восстания. Побеждаем перед стрелки точным огнем. Почти на месте. Я выгляну. Всех, я прошел. Да, я понял.
Охотятся! Осторожно. Цел устанавливает турели. Ты можешь их сломать. А я не могу. Пойдем! Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди? Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них должники. Сел владеет энергией, целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0. Что они сделали? Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сел. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цевской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Сел. Проще некуда. Нет. Альфа-Цев показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай,
Пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сел тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сел. Здесь свершается не просто революция. Я видел это. Сел играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем. Снаряжение в порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Ромео-1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы цефов. У тебя преимущество. Части СЭЛ готовят ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Выделенная зона еще безопасна. Активность наземных сил СЭЛ тут минимальна, но башни работают на 100%. Будь осторожен и доставь снаряжение на базу.